Здравствуйте, меня зовут Шарикова Настя, 5 класс, школа 10, город Елабуга, конкурс «Бородино глазами юного поколения», стихотворение «Бородино», автор Михаил Юрьевич Лермонтов. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Богатыри не вы, плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали. Ворчали старики, что ж мы на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле. Построили редут, у наших ушки на макушке. Чуть утро осветило пушки и леса синие верхушки, французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат, мусью, что тут хитрить? Пожалуй, пою. Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою.